Как оказалось, Андрей Аршавин еще не развелся с Алисой Казьминой и пытается заполучить назад свои дорогие подарки. Еще свежи в памяти события, когда Дмитрий Тарасов, группой товарищей кавказской национальности, выгонял Ольгу Бузову из квартиры и отбирал машину и прочие дорогие подарки. Вот и Аршавин решил, не дожидаясь суда, поделить имущество с помощью силы. Алиса Казьмина уже рассказала о нападении на нее Аршавиной компании, после чего ей пришлось вернуть автомобиль «Мерседес». А сейчас она подала заявление в полицию, где сообщила, что он угрожает ей по телефону, требуя вернуть деньги и подарки. Забавно, что защищать интересы Казьминой в суде будет Александр Добровинский, который в свое время отстаивал права Юлии Барановской. Ну а сейчас Алиса прикрыла свой инстаграм до тех пор, пока не уляжется пыль.